Всем привет! До того, как мы с вами начнем этот влог, я хочу вам рассказать, что моя новая песня под названием Bad уже на всех стриминговых платформах. Ссылка в описании, зацените, дайте мне знать, что вы думаете, и наслаждайтесь этим скучным влогом. Всем привет, семья, добро пожаловать на новый влог. Слушайте, я читаю комментарии, я знаю и понимаю, что про многие вещи вы знаете лучше, чем я. Больше, чем один человек выразили беспокойство по поводу плейсмента моего PlayStation 5. Говорят, что внутри этой полки он будет перегреваться. И да, я заметил, что он горячий. Поэтому я послушал вас, и я поставил его вот сюда. Вот он теперь стоит рядом с целым миром и мангой. Но я, конечно, небольшой поклонник вот этого вот всего, потому что HDMI, вы понимаете, проходит вот так вот через стену в телевизор. Ну и по-другому никак, только через эту дырку, естественно. Но ладно, я тут вот замотал его вот этой вот фигней. Как бы некрасиво, но могло быть и уродливее. Но я понял, что я вам не показывал еще я не знаю даже, как назвать этот предмет мебели, эти полки. Я еще вам не показывал эти полки. Как некоторые из вас знают, я большой поклонник аниме, нескольких конкретных аниме. И я начал коллекционировать всякие Funko Pops. Funko Pops — это вот эти вот фигурки с большими головами, смотрите. Вот у меня здесь Наруто Хокаге. Он должен светиться в темноте еще, кстати. Это не Funko, это просто... Ладно. Attack on Titan. Cleaning Levi. У меня My Hero Academia All for One. Эксклюзив. У меня From One Punch Man есть Moomin Rider. Тоже эксклюзив. Из My Hero Academia тоже у меня Lamillion. Эксклюзив. Endeavor. Deku. И я и Роза. И мне еще парочку новых должно прийти на днях. Но вот я вам показал свои аниме-полки. Я не знаю, как это предмет мебели вообще можно назвать. Как? И, кстати, игры, которые уже шли с PS5. Вот они. Мне много рекомендовали вот это. Ну а сейчас пацанов надо отвозить на груминг. Мамка на работе. Вы идете на груминг, потом я иду на груминг. Ну, подстригаться, в смысле, понимаете. И на этот день я беру вас с собой, поэтому интро запускается прямо сейчас. Ваше здоровье. Вот мы уже в пути, да? Где твой брат? Постоянно, когда мы сюда приезжаем на груминг, они становятся супер-гиперактивные. И когда мы вылазим из машины, то их вообще невозможно. Они тянут тебя, как знаете. Мне нужны санки и снежная гора. И вот эти два оленя будут меня тянуть просто вообще легко. Ну вот он уже готовится выходить. Смотрите, все, он готов. Are you ready, kids? Aye, aye, captain. I can't hear you. Aye, aye, captain. Who lives in a pineapple under the sea? Charlie. Теперь моя очередь постригаться, и я сейчас проезжаю мимо нашей старой квартиры. Нашей первой стекей квартиры. Вот она за деревьями. Тут мусорный трак нам перекрывает дорогу. Эх. Но у меня постригаться appointment в час, поэтому я успею. Мне тут ехать минут 5, наверное. Я принимаю за всех решение, что когда встречка освободится, надо объезжать, короче. Я так решил за всех. Поэтому давай, поехали. Первый пошел. Ах, блин. Ну, ё-моё. Я на месте. Ох, этот кинотеатр. Еще до сих пор нет новостей о нем. Bro, what are you doing? You know, I haven't decided, I don't know. I'm definitely tired of having hair, that's for sure. Все, готов. Все загрумились сегодня, да? Все загрумились. Я сейчас сижу на диване, работаю с компьютера и снимаю сейчас этот клип с компьютера, но у меня интервью на радио через 15 минут. И это по телефону все будет делаться, поэтому я вот отсюда буду сейчас это делать. Thanks for having me, man. Thank you. It's a message about making music too. You know, a lot of artists, a lot of young artists starting out, you know, I've been guilty of that as well. Trying to chase perfection and, you know, not
releasing any music at all because it's not perfect or, you know, whatever the case may be. Доброе утро, новый день. Самое лучшее, знаете что? Прическа супер. Самая лучшая часть из этого всего – это то, что я ничего не делал. Вы помните, я вчера постригся, мне там все сделали. Я лег спать, и я вот так вот проснулся. Я вот честно, серьезно говорю, представляете? Но сейчас мы снова пришли на Farmer's Market. Я голодный, если честно. Для меня это не свойственно в это время еще пока. Быть голодным, время 11:30 утра. Вы чувствуете это? Как будто здесь рядом есть... Чипотл! Ох, как же сейчас будет хорошо. Как же сейчас будет хорошо. Итак, обзор на Чипотл. Честный обзор сейчас будет. 10/10, огонь. Ну, это уже знали. Ох, спасибо Чипотлу за удобную локацию. В комментариях кто-то задал вопрос, почему все блогеры, которые живут в LA, очень редко показывают пляж, почти никогда не показывают, как будто его не существует. Вот почему, смотрите, ближайший пляж. Сколько ехать? 48 минут. Никто не хочет этого делать в Лос-Анджелесе. 48 минут в Лос-Анджелесе ехать, это полдня потерять. Серьезно. Не знаю, почему эта математика не имеет смысла с точки зрения математики, но я вам обещаю, так оно и есть. Я вчера написал новую песню, это будет фит, и я хочу вам показать, как я делаю демку, и потом выношу ее из дома, и на следующий день додумываю концепцию. Так как это будет фит, фит будет с девушкой-исполнителем, и на припеве я хочу, чтобы мы пели вместе. Поэтому я сейчас включаю эту демку и просто придумываю всякие идеи. Ваш любимый таргетолог снова в деле. Кто-то меня спрашивал про крем для лица. Вот чем я пользуюсь каждое утро. Каждый день, каждое утро должен быть SPF. Солнце, нет солнца, неважно. Неважно. Вот. Это для тех, кто спрашивал. Вообще, я много чего делаю. Я умываю лицо разными средствами. Делаю разные вещи. Я могу стать бьюти-блогером, конечно, и вам рассказать, но... Я не считаю, что в этом есть смысл, поскольку у всех разный тип кожи, для кого-то что-то работает, для кого-то что-то не работает. Например, у нас в TK вообще абсолютно разные вещи помогают, допустим, нам держать кожу чистой, абсолютно разные. Поэтому не знаю, ребят. Этот пакет будет на пассажирском, потому что у меня клюшки в багажнике, блин. Сегодня мой последний выходной день на достаточно приличное количество времени, потому что на следующей неделе у меня начинается, ну, просто... полный рабочий режим. Я вернулся, пора доделывать трек. Это Pro Tools, кстати говоря, кто спрашивает. Your love was good for me. До сих пор самая веская причина, почему мы до сих пор не живем в доме, потому что почему-то у нас все ломается. Часто. Я просто позвонил, я сказал, приведите чувака, пожалуйста, нам нужно починить, и все. Он сейчас там инструменты какие-то берет, и все починит. Why did I know you were gonna come in here? I'm pretty sure you're doing it wrong. Thanks, probably. Oh yeah, смотри. Ох, рамен пришел. Рамен пришел. Вот что я заказал себе на начало рабочей недели. Это мой бизнес-ланч, так скажем, сегодня. Оу, yeah. Кто-то тут делает чай, понимаете? А это кто? А это кто? А это кто? А это кто? Это кто? Что, понюхал всех подписчиков? Как они, нормально пахнут? Ну и вот, друзья, на этом влог подошел к концу. Простите, что не так много интересного в этом влоге, но жизнь на самом деле она такая. Две интересные вещи только. Это мой новый трек уже вышел, ссылка в описании. И вторая – это новый поток от Intermediate до Advanced в новом формате, в формате челленджа, который получает сейчас, ну, просто бешеные отзывы. Ссылка тоже сейчас в описании. Удачи и увидимся в следующем видео. До свидания.